Ссылочки, что-то металлическое было, нужно вскрыть. Можем сделать с присутствием понятых, либо можем сделать с присутствием видеорегистрации. Это и центр Google. Получается. А это кнопка за заслуги видеоблогинга. Всем привет! В эфире Tears of Russia, и сегодня у нас пранк! У нас сегодня 24 октября 2017 года. Сегодня у нас день рождения! И мы решили сделать розыгрыш. Бум-бум! И сегодня, в этот день, мы решили сделать доставочку и разыграть самого популярного YouTube-блогера в Хакасии, имя которого Руслан Гитимар. Вы наверняка слышали и видели его контент. Он очень интересный и разнообразный парнишка, и мы должны были разыграть его, потому что никто раньше этого не делал. А все те, кто его еще не знает, можете зайти в Google и написать там Руслан Гительман по поводу идеи видео. Сегодня мы будем делать доставочку небольшую Руслану Гительману. Расскажи нам поподробнее, что же будет в этой посылке. Руслан Гительман — первый блогер в Хакасии, который очень давно и усердно ждет YouTube-кнопочку. И сегодня у нас к нему прямая доставочка. Только примерно не с Лос-Анджелеса, а с пригорода Абакана. Около двух недель назад мы начали планировать этот розыгрыш. Мы купили рамку, заказали печать в одной из компаний, собственноручно окрасили эту рамочку в черный цвет. Мы сидели по ночам, просили наших друзей и родителей помогать нам. Мы их очень сильно любим за то, что они постоянно нас поддерживали. Мы сделали данную кнопочку, окрасили ее в серебряный цвет и, соответственно, скрепили все вместе, заказали шрифтики. И вот после двух недель это все готово, и мы держим эту коробочку. Также не осталось без внимания упаковка данной коробки. Мы изучали это очень долго на YouTube, как же они выглядят. И вот после прошедшего времени все готово, и мы собираемся в путь. Сейчас мы через минуту сядем в машину, которую тоже мы специально подготовили, службы доставочки. Мы сейчас сядем. Ну ладно, пошли, садимся. Поехали. Директор службы безопасности и контроля Куприн Олег Владимирович. Добрый день, здравия желаю. По ссылочке у вас что-то было обнаружено, металлосодержащее. Телефоны провозим? Что за какой-то девайс ожидаете из-за рубежа? Девайс? Какое-то устройство, или как? Какой старпёр? Ты похож на старпёра? Ты что ему говоришь? Какой с него старпёр? Меня точно не видно, да, из-за тентанирного стекла? Как ставить? Стой! Вот так? Оставь, да? Как никто не проедет, если будет сзади? Оставь. Добрый день. Здравствуйте. Вам из дурной доставочка. Кто? Гительман Руслан. Это вы? Это YouTube Space. У вас есть документ подтверждающий, чтобы записаться? Нужно паспорт или водительское? Для удостоверения. Пока все идет по плану. Наверное, она мешаться будет. Надо, наверное, ее назад. Надо будет под... Инспектор тоже приехал, вот старший инспектор службы что-то с YouTube и контроля. Куприн Олег Владимирович, добрый вечер, здравия желаю. По ссылочке что-то металлическое было обнаружено, наверное, нужно вскрыть. Можем сделать с присутствием понятых, либо можем сделать с присутствием видеорегистрации, чтобы это будет быстрее намного и не будет никаких проблем. Я думаю, так справимся. Мне будет необходима ваша подпись здесь. Так, секундочку. Моей посылки не ждал, кстати. Вот. Что-то, наверное, какое-то устройство себе заказали с рубежа, или? Я ничего не заказывал. Сначала мне нужно. Интересно, что. Держите. Так, сейчас, секунду. Мы тогда сейчас здесь возьму. Будет присутствие видеорегистрации, потому что понятых, я думаю, звать не будем. Можно роспись оставлю, я это себе заберу. Это одно. Вот. Мне еще необходимо будет ваша подпись. Все? Согласие на. Себе отрываю. Согласие на обработку персональных данных и на видеорегистрацию, распишись, пожалуйста. Можно на коробочке, вам удобнее. Просто роспись? Да, вашу роспись. Сейчас сходим за видеорегистратором. Одну секунду. Так, это я убираю. Ну, это теперь ваше только единственное. Что-то, по-моему, там металлосодержащее. Это откуда вообще? Вот здесь указано. YouTube Space LA.
Так. Нас необходимо. Так. iPhone. Не люблю я это дело, записи все эти. Как это правильно делать-то? Так, сейчас одну секунду. Я не знаю, как это работает. Вот. В общем, тогда, где будем скрывать? Можно здесь скрыть? Открыть. Я думаю, заходить мы не будем, мы не обязаны заходить, наверное. Можно как-то здесь. Просто на стол можно вот вограть. Мы просто не обязаны. Я не имею права. Возможно, может быть, здесь скроем быстренько. Поедем. Давайте. Так, я не знаю, что. Может быть, тогда. Давайте где удобно, абсолютно. Вы можете помогать, если вам удобно. Я думаю. Странно. Иногда, конечно, бывают ошибки у нас в металлодетекторах, но я не знаю, может, все-таки у вас какое-то там современное устройство или там видеокамера какая-нибудь, я не знаю, или что-нибудь, какие-нибудь телефоны. Да, обычно гаджеты бывают, как приходят, но какие-то. Заказывали? Не заказывали? Может, YouTube, это... Мне необходимо будет... Это же, по-моему, видео-сайт. Что это? Что это? YouTube. Видеоблогинг, да? Так. И мы должны... Так, я должен записывать чуть-чуть сверху, чтобы мне было видно. Наверное... Нужно вскрыть? Ну, конечно. Так. По-моему, это США, да? Я думаю, может, ее просто куда-то поставить здесь, или как? Как ее куда-нибудь... Никуда здесь нельзя ее поставить, может быть. Чтобы мы... Не умели это дело делать должным образом. Там никуда не получится, если можете поставить, мы тогда сможем. У нас ничего нет, чтобы скрыть. Вот так. Получается, сейчас без подхода. Одну секунду. Вот, если мы можем одну секунду. Одну секунду. Давайте я вот здесь. Наверное, нужно бы в сторону видеорегистратора. Давайте развернемся, пожалуйста. А я нужен или нет? Так, сейчас. Секунду. Так. Что-то... Маги. Сейчас, одну секунду, подождите, я посмотрю, записывает оно или нет, чтобы потом не было проблем. Что такое? Что это такое? Так, это по-английски, я даже не знаю, что такое. Там никакого металла, оружия. Что дальше? Это из центра Google. От YouTube получается. Так, можно. Вот. Что там еще у вас имеется? Так, надо может поставить. Давайте поставим. И. Я могу подержать. Вы не любите, пожалуйста, подержать. Так, сейчас подождите секундочку. О. Что это такое? Это кнопка. А что это такое? Это за заслуги. Это видеоблоги. Это что такое? Награды какая-то или что такое? На 100 тысяч подписчиков. А это там вскрывать нужно? Внутри что-то есть металл содержащее? Это не металл должен быть. Это должна быть отреагировала? Может быть. Интересно, а у нее какое-то покрытие или что? А вот, скорее всего, металл. Значит, понятно. Так, сзади у нас там что у нас находится? Сзади у нас находится... Так. Что ничего, в принципе, такого нет. Интересно, как это есть. Так, ну что? Это за 100 тысяч бат получается прислали автоматически. А, это что вы здесь делаете? Занимаетесь каким-то видео? Да, видеоблогинг. Интересно. Так, где, наверное, я что? Тогда, в принципе, поздравляю. Я вас не буду, я не ждал, сами правильно получается. Получается, это... Ну, в общем, тогда, если у вас успех идет, тогда... Извините за такую процедуру, да, но мы все-таки работаем, поэтому необходимо это делать. Ладно, тогда, всего тебе большое. А, извините, пожалуйста. А это что еще раз? Просто интересно. Перевод я не знаю, что, но это роспись директора Google. Сейчас я подпишу, запишу, чтобы... Директора Google. Ага. Это грамота за получение награды. Вот за 100. Так это вот можно посмотреть? Ну, Руслан? Да, можно. Интересно. Ну хорошо, тогда не будем, наверное, больше задерживать. Ладно, спасибо большое. Да, еще раз. Не знаю, молодец. Занимайтесь тогда, что вы делаете.
Надеемся, что в общем не будет никаких проблем с законом. До свидания. Да. Это, короче, розыгрыш. Да? Да. Да. А, сами сделали что-то? Ну, вот и закончился наш розыгрыш на сегодня. Мы надеемся, вам понравилось данное видео, потому что мы хотели сделать его на самом деле по добру. Мы сыграли человека из службы доставки и человека из службы контроля, притворили, что там что-то находится. И как вы все это уже сами видели, мы вручили эту посылку, вскрыли ее вместе. И, по-моему, Руслана понравилось. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк. Нам нужна ваша поддержка, ребята. Подписывайтесь на канал Руслана и канал Близнецов. Мы будем в скором времени еще делать много крутых видео. Мы хотели объявить благодарность Сергею Волкину за очень качественную видеосъемку, за помощь. Также всем, кто касался этого и кто нам помогал ночами все это делать, нашим родителям. Огромное спасибо всем, кто пишет нам комментарии, кто нас поддерживает в Инстаграме и везде, везде, везде. Мы вас очень сильно любим. И до новых встреч. Пока.